напоминаю, мои гости, друзья нашей передачи «Соловьиной ночи» и вы, дорогие наши зрители, все мы вместе поем хорошо знакомые песни. Ну, Вилли Иванович, время дам и Вилли Токарева. Ну, я сначала подниму бокал. Давайте. И произнесу тост. Свежая идея. Да. Разрешите для начала вам сказать, что это я. Вилли Токарев с друзьями у Володи Соловья. Мы желаем вам здоровья, счастья, денег и добра. Пейте, пойте, веселитесь аж до самого утра. Молодец. Супер. Супер. С Новым годом. Спасибо, Илья. На память. На память. Вот, с автографом. Состарись, продам миллионеров. Yes. Я думал, веселитесь, господа, будет. А, это мани величия. Это... Всюду, всюду видят свои строки. Это хорошо. Вилли Иванович, всегда завидуют. Такие девчонки с вами ходят. Спасибо, спасибо. На сцену? На сцену, Вилли. Тетя Хая из Нью-Йорка передает музыкальный привет всем тем, кто смотрит эту замечательную передачу Володи Соловья. Моя песня, которая так и называется «Тетя Хая». Шел я по Нью-Йорку и зашел в одну конторку. В это время был как раз обед. Все сидели в облу ели, друг на друга не глядели. Я чихнул и начал свой привет. С Новым годом, тетя Хая, по привет от Мордыхая. Он живет на Пятом авеню. Борис Ичкин там соседом угощал меня обедом. Я ему в субботу позвоню. Все работники пристали, рыбу кушать перестали. Кто-то мне на кресло указал. Садись! И сказал, что тетя Хая прилетает из Шанхая. С руль за ней поехал на вокзал. С Новым годом, тетя Хая, вам привет от Мордыхая. Он живет на Пятом авеню. Там соседом угощал меня обедом. Я ему в субботу позвоню. Дверь с трудом себя пихая, завалилась тетя Хая. С руль поддавши падал на паркет. Все работники присели, друг на друга поглядели. Я чихнул и начал свой привет. С Новым годом, тетя Хая, вам привет от Мордыхая. Он живет на Пятом авеню. Борис Ичкин там соседом угощал меня обедом. Я ему в субботу позвоню. Ша, сказала тетя Хая, я в коробке из Шанхая. Привезла для вас большой сюрприз. Мы в коробку поглядели и на месте обалдели. Там китайцы делали стриптиз и пели на китайском. С Новым годом, тетя Хая, вам привет от Мордыхая. Он живет на Пятом авеню. Борис Ичкин там соседом угощал меня обедом. Я ему в субботу позвоню. Борис Ичкин там соседом угощал меня обедом. Я ему в субботу позвоню. Браво, Вилли! Браво! Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.